Всем привет. Ну что, сегодня, ребят, у нас будет не особо трэш-контент, будет обзорчик нашей китайки, чего мы добились за месяц, что мы поменяли, как прокачали, чего нам не хватает. Ну, я не знаю, чего тут может на китайке не хватать, если сравнивать ее с другими аккаунтами, серверами. Так, ну что, с чего начнем? Силу, как видите, я практически не качаю, она сама по себе растет с прокачкой героев. Героев я тоже не особо спешу качать, потому что как бы интересно поиграть таким составом, героями без эволюций, там с эволюциями, не с топовыми прокачками, то есть показать вам, что можно играть не фуловыми героями и нормально себя чувствовать в игре. Так, ну что, с чего начнем обзор? Давайте начнем обзор с достижений, чего мы уже добились. Подземки. Подземки у меня уже зафармлены на 837 огоньков. Я уже давно фармлю 7-10. То есть мы это где-то до 80 тысяч, по-моему, где-то в этом районе. Недельки, наверное, полторы назад открыли последнюю подземку 7-10, в которой можно смело уже фармить максимум опыта и кгшек. Дальше по волнам. Волны, как вы видели, кто не видел, посмотрите обязательно, как мы проходили, начиная с волны АА по волну АДЖЕЙ, там практически одним заходиком на каждую волну у нас ушло, там просто жесть была. Состав был не особо топовый, но настолько они тащат. Не надо тут особых прокачек, не надо сейчас разбросов, надо иметь просто некоторых героев с определенными прокачками. Это вам будет вполне хватать, чтобы зафармить все волны. Все, не все, но до Джей мы дошли, будем пробовать ее. У нас пока здания слабенькие. А потом перейдем плавно на H. Так. Ну тут турнир героев, тут можно просто выставить тотем и пройти до 20 волны, я пока над этим не заморачиваюсь. А что тут? Тут я фармлю уже третью лаву, причем давно, но в последнее время я с этими обзорами с Fortnite просто не успеваю и высыпаться, как видите, сонный тоже сейчас приехал с работы, просто уснул, проснулся и сразу же пошел вам пилить обзор. Адский саммит пока не фармлю, фармлю четвертую мессу. Так, что дальше? Арену как бы я особо не играю, но там до топ 1000 могу свободно доходить, это не проблема, могу даже там и сидеть. Думаю, можно и в топ 100 ворваться с нашими героями, это будет не проблема. Тут особо на китайке, как я вижу, тут над этим не заморачиваются. Плюс у нас уже есть хороший некрос с хорошей прокачкой. Нам его вполне хватает, чтобы трешевать. Ну и повелитель бури, который будет бить кристалл очень быстро. Так, ну тут, как видите, быстро все происходит. Дальше. В забытой битве, честно говорю, просыпаю, не успеваю, то есть надо ли какой-то будильник ставить, органайзер, не знаю, напишите, кто здесь играет, чем, как он пользуется, потому что я, честно говоря, не успеваю, там забыл, там то, и не успеваю. Здесь вариант набрать 1000 очей у меня в ближайшем времени, то есть ачивку в 1000 очей получить. То есть я думаю, это не проблема будет для моего аккаунта. У меня уже более-менее есть интересные прокачки героя. Вот Кая затащит. Если ее сейчас Лео не сольет, то она должна, по идее, видите, чуть-чуть не хватило. Она бы их всех слила. Так, 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 ладненько, досмотрим уже. Так, понятно, тут мы слились. Так, дальше. Что у нас дальше? Колизей тоже здесь регулярно, видите, стараюсь фармить. 650 забрал, опять же пропустил
один или два дня, то есть тоже не проблема. По лабиринту, честно говоря, максимум не пробовал, но попробую, вот есть у нас 3 дня, попробую дойти до 50 этажа, это, я думаю, будет интересно. Если да, напишите в комментах, будем ли мы трешивать до 50 этажа на Китайке вот с таким аккаунтом. Тут мы немножко еще подкачаем героев, чтобы нам было более-менее попроще с нашими противниками справляться. Королевская битва. Очень часто пропускаю, это не основа, я на основе там ее бешено фармлю. Тут мне пока кгшек хватает до 80 просвета качнуть, поэтому я тут особо не заморачиваюсь. Но в идеале надо все равно будет по максимуму ее тоже фармить, не пропускать. У меня тут даже куча сапожек собралось уже, этих сапогов. На эту локацию сейчас пусть уже добью, то есть я тут не бегаю даже за 50 самов, не знаю, пока надобности нет, я не особо спешу. 89, как видите. Так, что у нас еще такого интересного есть на Китайке? Сейчас мы заберем наши все ачивки, что-то выролим интересное. Ну, как видите, осколки падают неплохо. 6 осколков. А, думал, 6 осколков Фрей. Размечтался. Значки почета. Так, ну что, идем дальше. Алтарь и склад. Что у нас появилось, чего у нас нету. Куча скинов, ребят. Если видели, это уже лишние скины у меня остались в алтаре. То есть они... У меня уже есть открыты. Камней, как видите, да, хренище тоже. У меня пока не открыты. Не открыта 12-я судьба. То есть 12-й скилл я пока не могу качать. Могу 11-й повкачивать. Я пока тоже не спешу над этим. Дальше. Что интересное, чтобы такое... Вот, интересные отличия на Китайке. Каждый практически там через день, через два дают... акции на трату самоцвета, вы можете через базар купить карты пропусков за забытую битву. Вот мы за месяц накопили 21 карту. Ну там плюс-минус еще с доната были, но суть в том, смотрите, как здесь копятся карты быстро. Кучу талантиков у нас есть топовых, просто имбовых, исцеление, две грубых силы, воодушевление. Эти все таланты ждут своих героев, как бы некоторые просто уже в излишке вот ложной удар или как там, не помню каких, как он называется точно, у нас спросонья пока еще, ребята, не проснулся. Вот такой вот талантик, уже 3 штуки, у меня куча героев прокачаны с ним, хватает с головой. Так, ну по героям тут особо. Арктика вот есть у нас, 2-я уже собралась. Минотавров я всех потратил. Стрелка мы выбили, кто видел тут роллинг, это просто жесть. Бигфут, как бы последние герои все есть. Так, это у нас карты остались на открытие. Это все пошли расходники. Дальше пошли уже руны. Как видите, тут тоже куча 5-х разных сетов. Можно собрать тут, на героях, сейчас мы дойдем, там куча сетов. То есть хватает с головой, плюшек просто немерено дают. Так, дальше. Дальше у нас, ребята, идет обзор нашего алтаря. Вот такой вот у меня уже алтарь. Уже есть 5 героев со второй эволюцией. И сколько тут у нас первый раз. И все. И один, и тыковка с первой. То есть 5 со второй и 1 с первой. Что по алтарю? Ну, Анубиса вы уже все видели. Благодаря ему мы зафармили подземки. У него уже есть 2 талантика, скин.
воодушевление, грубая сила. Фрейя вот такая вот сборка. Честно говоря, очень в многих ситуациях выручала. На нее сделаю отдельный обзор. Наше последнее изменение, самое, наверное, топовое, это Минотавр с железной волей 8-8. Просто жесть, просто самая топовая сборочка. Давайте сразу и руны буду вам показывать. То есть тут психощит, уже два психощита есть у меня на китайке. Причем они стоят намного дешевле, чем у нас. Два сета римки есть тоже. Грубая сила, такой вот некрос у нас. 8 бастион. Также у него огненная, пока не качаю. Воржей с воодушевлением, с каменкой. Пятые руны. Топовая тыковка с двумя топовыми талантиками. Исцеление, воодушевление. Ремка. Бигфут, каменка. 8-8. Череп с коркой. Ну, черепов я пока не особо там качаю. Вот такая вот Тесса ждет своей прокачки с грубой силой под архидемона. Хранитель, ожог, ремка. Пока не заморачиваюсь над ним. Купидон. Ремка тут будет замедление. Пятый сет Афина. Такая вот с воодушевлением. Вторая тыковка, которая пока на смене. Так, стрелок. Вот такой вот стрелок. Со стойкостью 8-8. Ярость небес. Одержимый. С пятым. Говорю, с пятым. С 8-8. Уже талантиком этим. Так, дальше дерево, две топовых сборочки, одна с ремкой, одна с живой стоит пока, так прокачал малышник, с богом войны 8-8, варлок, такая вот прокачка, леди Лео, седна, тоже пока ее не прокачивал еще, 8-8 каменка, повелитель дырочек, 8-8, грубая сила стоит. Капитан Дрейк. Корка. У Корку потом сменю, наверное. Вот такой вот Рино. Тоже вот 8-8 прокачанные. Друид под архидемона еще не качали. Ара. Ремочный. Валька, ремка жива. Медуза. Ремка. Разброс. Еще один некрос у нас второй с ожогом. Специально прокачал поржать. И такой же на нем талантик. Разброс есть. Так. Бог грома, гарпия. Укротитель для архидемона. Душегуб. Еще одна фина для грубой либо бывашки. Определимся еще. Вот такой вот хранитель будет топовый с ожогом прокачиваться. Ну а дальше уже пошли допы. Химеры на прокачку. Шапка с богом войны. Тоже ее пока не использую. Такая вот заклинательница. Гаргул. То есть это герои. Вот. Ремка уже сюда пошла. Вольт. Тоже ждет прокачки на архидемона. Так. Дед Мороз. Сердцеедка. Еще один Анубис. Не знаю, когда я его буду качать, но однозначно с ожогом буду качать топовую. Тоже сборочка. Смерть пока с разбросом не заморачивала. Дракула. Так, ну это все призрачные. Разруха. Вот такой вот Фрэнки есть, ремка. Сделал ремочного пока. Еще одна Фрейя, еще на одну прокачку. Одной все-таки маловато будет. Она профессор Рибит. Еще один череп Арктика на архидемона. Вот такой вот Ронин с ожогом. Мы еще к нему вообще не дошли. Чтобы использовать на битву гильдий. Призрачный, ледяха. Ну и все, и пошли магазинные герои. То есть тут уже они там без рун, они не прокачиваются. Потому что не хочу особо сил угнать. В принципе, вот такой вот обзорчик, ребят. Пишите в комментах, кого, что хотите вы увидеть на китайке, какое развитие. Я сейчас в первую очередь хочу уже добить все-таки эти подземки, я уже с ними
замахался, честно говоря, на эти три звезды добить. Вот я не люблю оставлять это все. Хочется по максимуму затащить. Ну, как видите, на моей силе пока что у меня с головой. Даже у топов там, а вот двое уже пришли на 840. Ну, это было бы стыдно не пройти, когда уже сняли, понерфили энергию. Не пройти на 840 звезд. Ну, в любом... А вот еще есть. То есть это уже как бы не проблема. Имея там топовых прокачанных героев, можно зафармить. Как видите, мы это сделали на такой вот силе. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, участвуйте в акции, которая на донатных героев. Всем удачи, всем пока.